Приветствую всех. Говорят, чтобы понять какое-то явление, нужно посмотреть на него с разных точек зрения. Оценить, так сказать, под другим ракурсом. Не знаю, насколько справедливо это утверждение, но иногда это действительно работает. К чему я это все говорю? Наверное, вы уже догадались, прочитав название этого видео. Да, я хочу предложить вам посмотреть на всем привычное ночное небо, но немного непривычным способом. А способ этот заключается в том, чтобы объединить камеру и экваториальную монтировку для телескопа. И тогда, использовав таймлапс, можно своими глазами увидеть, что же вращается на самом деле – Земля или небо. Да, это информация для тех, кто все еще продолжает верить во всякие плоские земли, купол, линзирование и другие сказки. Как работает экваториальная монтировка, объяснять я не буду, оставлю пару ссылок в описании. Остальное сможете найти сами. Что ж, достаточно предисловий, впереди вас ждет подборка красивых видео, надеюсь, вам понравится. Приятного просмотра!